красной грязи. Ты уже звонила Керри? Он случайно не передумал? Нет, нет, ты что? Он там уже бьет копытом. Я его таким не видела со времен Сильверхэнда. А что там с Генри? Он не с нами? Я ему не звонила. Еще раз. Ладно, пора мне. Так, я слушаю. Я ему не звонила. Еще раз пинаться перед этим придурком. Короче, увидимся вечером. Насчет гитары не беспокойся. Все, что нужно, я достану. Привет, Ви. Ви, смотри, что у меня есть. Не знаю, в курсе ли ты, но когда-то на ней играл Сильверхэнд. Бля, Нэнси просто менеджер века. Может, она и доступ к Микоши нам организует? Как думаешь? Может, расскажешь, что случилось у вас с Генри?
Старая история. Он все время лез в какое-то говно, а мне приходилось его вытаскивать. И тебе надоело все время пачкать руки? Если бы. Я, в конце концов, пристроил его в хорошую группу. Генри перестал употреблять, взял себя в руки. Тут я стала сразу ему не нужна. Вот он и перестал со мной общаться. Ни хрена себе. И что дальше? Тебя что, заводят такие истории? Он забил на меня и целый месяц тусил с новыми дружками. А потом его выгнали, потому что он снова взялся за старое. Тогда этот жалкий нарколыга подкараулил меня на улице. Даже в обморок упал, чтобы разжалобить. И что ты сделала? Оставила его там. А потом постаралась, чтобы он меня больше не нашел. Волнуешься перед выступлением? Стрёмно. Мне же надо сейчас изображать саму себя. Ты и Джонни нет. Никогда бы не подумала, что мне будет не хватать этой сволочи. Спасибо тебе за концерт. Пожалуйста. Керри бы даже лужу не сделал без моей помощи. Сильверхенд, наверное, был такой же. Хуже. Керри, по крайней мере, не мешает и делает, что ему говорят. А где Керри? Сейчас должен быть. Он сказал, ты хорошо играешь. Надеюсь, это правда, потому что на репетиции времени нет. Ага. Постараюсь не разочаровать толпу. Честно говоря, без понятия, кто все эти люди. Случайные зрители. Керри хотел отыграть по-тихому. Ну, мало ли, что он там хотел. Думаешь, журналисты узнали о концерте? Наверняка. Гиены. Меня больше беспокоит, кто сыграет за Генри. Керри договорился с Дрозином из головорезов. Я его знаю, видела на сцене. И как он вообще? Он нормальный, середнячок. А вот ты темная лошадка. Закидывайся, только не светись. А если опять начнет рвать кровью? Отползи куда-нибудь в сторонку. Сегодня вечер Керри. Нэнси, кажется, не верит, что я могу с ними сыграть. Ну, так она права. Закидай с таблеткой. Уступишь место? Развлекайся. О, здорово. Вот, познакомьтесь, это Дрозин из головорезов. Привет! Я обожаю самурай. Ты тоже? У меня есть все альбомы. Я офигел, когда... Выдыхай, блядь. Он тут на тех же правах, что и ты. Хочешь поговорить со звездой? Обращайся ко мне. И перестань трястись. Фух, я, наверное, сам еще похлеще трясусь. Публики боишься? Или меня? Иди нахуй! Я тоже скучал, Керри. Ладно, работаем.
Его разносит. Сучку разносит. А, и всех разнесло слот. Ой, вот какая-то херня. Ты о чем? Блять, вот был же у меня реальный мандраж перед концертом. Так будто надо что-то кому-то доказать. Себе, тебе. Да хер знает кому. А я в итоге ничего никому не доказал. Так просто. Хорошо провел время, и все. Все неудачники говорят, что просто хотели хорошо провести время. До сих пор думаешь, что ты лучше меня? Само собой. Но, может, это тебя спасет? Уверен? Я же не буду без тебя играть. Это будет уже не то. Понимаю, о чем ты. Я все-таки еще немного поиграю. Это разум. Хочешь новую послушать? Джонни! Его уже нет. Правильно? Да. Да. Но он тебя еще слышит. Да что ты говоришь? Спасибо большое. Но я сейчас не в настроении вертеть столики и слушать голоса с того света. Знаешь, я, наверное, лучше отдам его тебе. Как все прошло? Офигенно. Самурай снова вошел в ритм. Жаль, что я ничего не видел. Так ты приходи на мой концерт. Перестань, не стоит. Из этого ствола я чуть не завалил Джонни, когда он забрался ко мне домой. То есть ты пытался застрелить меня? Да, а до этого... Ну, это не важно. Круто! Я как будто спал 50 лет, а теперь проснулся. Пора браться за работу. Давай, Ви. Будем на связи. Круто все прошло, да? Жалко, что Кер уже ушел. Кажется, он очень куда-то торопился. Наверное, бежит, сочиняет новую песню. А ты разве не этого хотел? Чтобы ему стало получше? Получше, но не настолько. Джонни, не бросай меня больше. Я не могу жить без тебя. Но это бы тоже не помешало. Надеюсь, это было последнее желание. Ага. Теперь можешь делать, что хочешь. Спасибо. Тогда надо скорее поговорить с Ханако. Окей. И жить как знаешь. Пойдем.
все закончено. Нас же не за это, значит, а идти. Дерьмище. Это плохо кончится, говорю тебе. Он прошла. Эта фарфоровая сука точно нас подставит. Знаю, я буду осторожен. Ну да, никогда не поздно начать. В общем, чуть что сразу сваливаем. Ханако-сама о мачи да. Она всех выгнала. Херово. Ты пришел. Прекрасно. Спасибо, что вы пришли. Не за что, Ви. Спасибо тебе. Прежде чем обсуждать детали, я хочу кое-что объяснить. Ты имеешь право знать, почему я решила тебе помочь. Вы не знали, можно ли мне верить. Убил ли Юринобу вашего отца? Что с тех пор изменилось? Я все знала. С самого начала. Вы знали? Как и все члены правления. Никто из них не поверил в то, что моего отца могли отравить. Картина не складывалась. Слишком много деталей не совпадало. Все в порядке. Раз вы все знали, почему ничего не сделали? Только вчера почувствовали угрызение совести. Разумеется, мой отец не был ангелом. Я не питаю иллюзий на его счет. Если надо было устранить врага, он отдавал приказ без колебаний. Юринобу считал это недопустимым. Но для отца цель всегда оправдывала средства. В жизни ему было важно только одно. Знаешь, что именно? Власть. Семья. Наша семья. Я должна была быть ее хранительницей. Заботиться о ней, поддерживать мир, соглашаться с ее решениями.
Кажется, Юринобу получил немного другие указания. Юринобу поднял руку на отца. Но он один из нас. Он часть семьи. Я не надеюсь, что ты это поймешь. Просто хочу объяснить, как трудно мне было решиться на то, чтобы выступить против своего брата. Ну хорошо. Это ваш брат. Вам сейчас тяжело. Допустим, это я понимаю. А почему вы передумали-то? Я начала сомневаться еще во время парада. Мы получили предупреждение, что нарушены протоколы безопасности. Опасения подтвердились, когда я поняла, что штурмовая группа моего брата пришла не спасти меня, а убить. Да, Юринобу просто решил вами пожертвовать. Отец был прав насчет него. Юринобу никогда не думал о нашей семье. Моя роль – быть сердцем семьи. Пришло время семье Арасака прислушаться к своему сердцу. Оно укажет путь. Ты принес душегуб, как мы и договаривались? Держи ствол наготове и ни слова. Душегуба у меня с собой нет. Мы ведь не так давно знакомы. Хочешь подстраховаться? Понимаю. Но в этом нет нужды. Мы здесь, потому что я могу спасти тебе жизнь. Я проведу тебя в Микоши. Как? Ее же не существует в реальности. Точка доступа туда есть. И она совсем рядом. Где? Здесь, в Найт-Сити. Под Арасака Тауэр. Нам надо уходить. Быстрее. Уйти хочешь? Как это ты догадался? Блять, отвали и не мешай ее слушать. Это очень плохо кончится. Садись. У нас мало времени. А вот это уже интересно. Я вас внимательно слушаю. Мой брат. Чувствуешь? Вот так пахнет говно. Смотри, не вляпайся. Мы должны добиться, чтобы он ответил за свои поступки. Что уж там. Говорите все как есть. Я хочу его наказать. Не совсем. Вы хотите его убить. Я хочу, чтобы в Арасаке все-таки узнали правду. И что вы собираетесь делать? Юринобу... Ханако-сама, соросоро готитаку ни омодори итарайте. Сугу ни суму ва. Юринобу скоро соберет заседание правления. Будут приглашены представители всех фракций. Это хорошая возможность рассказать им, как на самом деле погиб мой отец. Я приведу тебя на эту встречу, и ты дашь показания против Юринобу. Дашь показания? Слушайте, можно я скажу прямо? Помоги мне избавиться от Юринобу, и я избавлю тебя от конструкта. Я должен обвинить Юринобу в убийстве перед всеми боссами Арасаки? Простите, это больше похоже на приглашение на казнь. Я знаю. Мы предпримем все возможные меры безопасности. И какие, например? Увидишь. Допустим, все получится. Что потом? Вы станете главой Арасаки? Откуда такое предположение? Я думал, это логично. Такемура говорил, что Юринобу должен был передать вам филиал в Найт-Сити. Каждый должен знать свое место, Ви. Мой брат никогда этого не понимал. Я знаю свое место и ничего не хочу менять. Не хотите? Или не можете, потому что вы женщина? Я сама решаю свою судьбу, как и ты. Ну? Интересное предложение. Мне нужно подумать. Конечно.
только недолго. После парада Йоринобу насторожился. Он может что-то подозревать. Все, идем уже нахер отсюда. Все хорошо? Да, да, просто... У тебя идет кровь. Бля. Кажется, твое время уже на исходе. Лучше поторопись с решением. Не волнуйтесь. Я скоро... Тебе нужно на воздух. Быстро. Меня слушается. Понимаешь, к чему я клоню? Само собой. Ты хочешь взять меня под контроль? Я хочу спасти тебе жизнь. Выпей псевдоэндотрезина, подвинься и пусти меня за руль. Я привезу нас прямо в Микоши. Ага. И как именно? Без помощи этой фарфоровой пизды, это уж точно. В одиночку у тебя нет шансов. Вот поэтому я хочу взять с собой бестию. У нее есть еще порох в пороховницах. И она у меня в долгу. Может, лет 50 назад она бы и бросила все ради тебя. А сейчас вряд ли. Я ее уговорю. У нас обоих есть опыт в таких операциях. Ворвемся в Арасака Таур, как бывало в старые добрые времена, и разъебашим им всю Микоши к ебени матери. Других вариантов нет. А по нам? Она предлагала помощь. Слушай, я знаю, что вы с Панам начали мутить. Я понял, не дурак. Поэтому мне кажется, что втягивать ее в наши разборки – это херовая идея. Не повторяй моих ошибок, парень. Поверь мне, ты не хочешь, чтобы люди умирали за тебя. Оно того не стоит. Наша единственная надежда сидит сейчас в посмертии. И ее зовут Бестия. Предложение Ханака все еще в силе. Прости, чье предложение? Да иди ты нахуй. У нее есть власть. Это наш счастливый билет. Ну да, ну да. Билет в городской морг. Эта баба, гляжу, весь мозг тебе засрала. Разберемся вместе с бестией, как раньше. А по нам? Она предлагала помощь. Слушай, я знаю, что вы с по нам начали мутить. Я понял, не дурак. Поэтому мне кажется, что втягивать ее в наши разборки – это херовая идея. Не повторяй моих ошибок, парень. Поверь мне, ты не хочешь, чтобы люди умирали за тебя. Оно того не стоит. Наша единственная надежда сидит сейчас в посмертии. И ее зовут Бестия. Что ты там опять задумал, мразь? Это мое тело. Значит, я принимаю решение. Не в этот раз. А, Джонни! Посмотри на себя. Не можешь даже... Блядь, ты опять отрубаешься. Я знаю.
Ты бредил, когда пришел, так что я накачал тебя бета-галоперидолом. Но светочувствительность – это хороший знак. Зрительные нервы не повреждены. Голова. Я сейчас стабилизирую твой биочип. Такое чувство... Будто кто-то пробивал твоей головой асфальт. Как я сюда попал? Приполз сюда на последнем издыхании, испугал Мисти до полусмерти, скинул со стола пациента, которого я оперировал, и потребовал, чтобы я занялся тобой. Скажи, это был твой ангел-хранитель? Это, был не совсем я. Знаю. Это меня и беспокоит. Вик, говори, в чем дело. Ты дошел до критической точки. Попробуй сесть. Осторожно. Попробую. Кажется, ощущения возвращаются. Не спеши. Очередная победа мирового масштаба. Что сидеть я вроде могу нормально. Но на этом хорошее, похоже, заканчивается. Сколько это еще будет продолжаться, Ви? Ты мне скажи. Судя по твоему состоянию, недолго. В следующий раз ты уже не успеешь сюда доползти. Ты откинешься где-нибудь в переулке. У тебя последняя возможность найти решение своей проблемы, понимаешь? Я знаю, Вик. Скоро начну. Нет, начинай сейчас. Смотри, видишь вон тот столик? Да, а что такое? Там лежит последняя доза псевдоэндотрезина. Подарок от Мисти. Хочешь дать волю голосам у тебя в голове? Давай, пыхни. И уйдешь на второй план. Или пойди другим путем. Закончи игру по своим правилам. Я тоже оставил тебе подарочек. Блокаторы. Если пройдешь эти несколько метров, дальше надеяться придется только на себя. Ну вот, это наш последний шанс. Я забираю управление. Нет. Эндотрезин, бестия, Росака Тауэр. Иначе ничего не получится. Завали хлебало, Джонни. Это мое решение. И мне надо его обдумать. Хочешь пораскинуть мозгами? Ладно. Только не в этом подвале. Господи, Ви, ты думаешь вслух? А? Вслух? Что? Иди и сделай что-нибудь. Наверное, справлюсь. В общем, решай, Ви. Только сперва надо выбраться отсюда. Вик, ты столько для меня сделал. Я бы хотел сделать больше. Иди. Я буду закрываться. Прими лекарства и вперед. До победного. Спасибо, Вик. Обязательно. Держись тут. Удачи. Ви, я слышала... твои мысли. Да, неловко вышло. Извини, правда. Не извиняйся. Я знаю, что происходит. И дальше ведь тоже легче не будет. Никому из вас. Если тебе надо определиться, я знаю хорошее место. Ладно, веди. Что это вообще за место такое? Я когда-то водила туда Джеки. Это недалеко.
Джеки? А он-то здесь при чем? Увидишь. Пойдем. Же мрачный. Кто? Джек? Вот и все, Чика. Мне конец. Надо же, не похоже на Джеки. Это было очень давно. Его мама как раз узнала, что он присоединился к Валентино. Когда с одной стороны сеньора Уэллс, а с другой твоя банда, правильный выбор сделать не получится. Да уж. Жизнь была несправедлива к Джеки. Но, несмотря на это, он смог поверить в себя. После того, как я привела его сюда. Ох, наконец-то выбрались на воздух. Видишь? Я прихожу сюда, когда мне надо подумать и побыть наедине с собой. То, что нужно. Садись тут и сиди, пока все не обмозгуешь. Побыть наедине с собой? Последнее время у меня с этим сложновато. Слушай, а что Джек решил, когда тут сидел? Что решил? Я стану легендой этого города. И на этой ноте я, наконец, оставляю тебя одного. Сиди на здоровье. Ты меня напугал вообще-то. Думал, ты решил отчалить. Нет, я еще здесь. Это пока. И если хочешь с кем-то попрощаться, звони сейчас. Что, хочешь сказать, все пойдет по худшему сценарию? Нет. Но это в любом случае будет большой риск. И если у нас не получится... Короче, че будем сиськи мять? Звони давай, если есть кому. Колеса подождут. Я позвоню по нам. По нам? Просто хочу ее услышать. Очень надеюсь, что дело только в этом. Алло. Привет, Панам. Ты хоть знаешь, который час? Прости, пожалуйста, что разбудил. Ты ради этого позвонил? Извиниться, что прервал мой спокойный сон? Я сегодня... должен кое-что сделать. Это будет опасно, мягко говоря. Но я должен. Что должен? Это не телефонный разговор. Тогда хватит ныть и говори, где ты сейчас. В городе? Да. Окей, тогда примасти где-нибудь свою задницу и жди. Я еду. Ты не понимаешь. Я уже не могу ждать. Это связано с тем, про что ты мне раньше рассказывал? Связано. Окей, слушай меня внимательно. Выход есть всегда. Делай вот что. Положи трубку, подыши немного и подумай над тем, что я сказала. Потом можешь позвонить еще раз. Мы договорились? Вместе мы справимся. Но... не обсуждается. Поговорили? Даже не дала мне слова вставить. Ну и хорошо. А то бы ты еще чего лишнего наговорил. Хорошо, что позвонил. Мне, к сожалению, было некому. Долго мы с тобой сюда добирались, да? Только подумай. Мы начали, блядь, на сраной помойке. А потом ты пытался меня убить. Во-во, и не говори. А теперь я пытаюсь спасти твою шкуру. И спасу, будь уверен. Ну или позови Панам и ее гудронных крыс. Но тогда все они будут на твоей совести. Или заключи сделку с Арасакой.
и всю жизнь жалеешь, что продал душу дьяволу. Попробую попросить помощи у Панам. Ты уверен? Назад откатиться уже не получится. Я возьму с собой Панам. Чувствую, ты еще пожалеешь об этом решении. Только когда это случится, я уже не смогу помочь. Понимаешь? Может быть, это мой последний налет. Я хочу видеть, что происходит, все чувствовать. До встречи в Микоши. Джонни? Ну все, я один. Ну что, готов говорить? Готов. Вот так-то лучше. Рассказывай. Мне нужно в Arasaka Tower. Сейчас. Куда, прости? Я серьезно. Помнишь, я говорил про Джонни? Если сейчас ничего не сделать, я умру. Так-так, слей топливо. При чем тут Arasaka Tower? Это их технология. Под башней должна быть точка доступа к цифровой... Как бы это сказать? Тюрьме душ. Тюрьме душ? По телефону это звучит тупо, я знаю. Тюрьма называется Микоши. Только там я могу отделиться от Джонни. Других вариантов нет. Еще раз, на всякий случай. Ты звонишь мне посреди ночи, чтобы я помогла тебе попасть в Arasaka Tower, иначе ты умрешь. Ну да, что-то вроде того. Окей. В смысле окей? Где ты? В клинике Вика. У Рипера? Ага, я знаю, где это. Ты только не умри, пока я еду. Могу попробовать. Круто. Не уходи никуда, ясно? Я скоро. Ви, это ты? Или... Да, это я. И что теперь? Пока что жду машину. Заходи, подождем вместе. Вот где-то есть. Тот самый, когда мы... Раз ты все равно ждешь, может, тебе погадать? Окей, давай. Некоторые считают, что неопределенность — это зло, и гадают, чтобы от нее избавиться. Другим кажется, что все зло от перемен. Это тоже неправда. Мы меняемся каждый день, каждую минуту своей жизни. Бояться нужно не перемен, а того, в кого мы можем превратиться. Главное – знать, что идешь верным путем. Я придумала этот расклад специально для тебя и Джонни. Твое будущее – это его будущее. И наоборот. Окей, я готов. Начнем с тебя, Ви. Шут! Кто?
Кто бы сомневался. Теперь давай разберемся в его значениях. Шут символизирует начало путешествия и появление в жизни чего-то нового. Это внутренний ребенок. Любопытный, но наивный и легкомысленный. Напоминает Ви, с которым я познакомилась. Мак. Это талантливый и харизматичный человек. Лидер. Прямо как Джонни. Карта перевернута. Это может означать зависимость и психические расстройства. Точно. Да, это 100% Джонни. Он сам одно большое расстройство. Последние карты – это ваше будущее. Влюбленные. Слава богу. Наконец-то хоть что-то позитивное. Равновесие, дружба, любовь. Ага. Ви, ты, кажется, что-то от меня скрываешь? А? Что? Почему? У тебя странный взгляд. Нет, нет. Все в порядке. Ладно. А Джонни? Луна. Ну, звучит вроде бы неплохо. Не знаю, Ви. Луна — это тайна. Кажется, это за тобой. Да, эту тачку ни с чем не перепутаешь. Ты меня напугал до усрачки! Разве тебя что-то может напугать? Эй, мы тебе поможем, слышишь? Поехали скорей, нас ждут в лагере. Удачи тебе там, Ви. И тебе, Мисти. Спасибо за все. С возвращением в мир живых. Ты как, ничего? Что произошло? Ты по дороге отрубился. Мы пытались тебя растолкать, без толку. Знаешь, Ви, похоже, тебе и правда становится хуже. Панам велела мне за тобой приглядывать. А где она? К Солу пошла. Сидят там, припираются, думают, как тебя спасать. Тебе нужна помощь, это уж ясно, как белый день. Пойдем, отведу тебя к ним. Ну что? Да, быстро перейти, а то пиздец.